Привет! Меня зовут Ника. У меня теперь зеленые волосы. На этом видео они грязные, и я не умылась. И я также не почистила зубы, и я не горжусь этим. Просто хотела признаться. У меня в комнате очень... И еще я, кстати, передвинула шкафы в эту сторону и в эту сторону. Не видно, но здесь есть шкаф. У меня уже несколько дней не выходит из головы навязчивая идея попробовать сделать макияж, как в Инстаграме. Сейчас я покажу. Фильтр Teen. Сразу скажу, у меня love-hate relationship с этим фильтром, потому что он очень милый, и это супер классный макияж, но этот фильтр уменьшает нос и разглаживает кожу и меняет форму лица не настолько сильно, чтобы прям сразу заметить, но настолько сильно, чтобы подумать, а, на самом деле я такая супер красивая симпатюлька, а потом посмотреть в зеркало и подумать, вау, дисморфия. Создатели фильтров в Инстаграме. Я, может быть, еще хоть как-то готова смириться с разглаживанием кожи, но, пожалуйста, перестаньте менять форму лица и, типа, уменьшать нос или как-то делать подбородок уже, а лоб шире. It's not nice for self-esteem вообще. Вот. Совсем другое дело. Так, окей. Вот. Наконец-то я аниме. Постоянно так делает. А, еще я сделаю фотку без фильтра. По-моему, очень хорошо видно, что он меняет черты лица. А, о! Есть вот этот вот старый красный Monkey карандаш. Ищем что-нибудь. О, черное что-то есть. Супер. А я думала, нету. Не знаю, что это. Max Factor Kohl Pencil. Что-то супер древнее, мне кажется, этому карандашу. Очень-очень много лет. Что нам еще понадобится? Пластырь. Окей. Почему у меня все падает? Если что, я краситься не умею. Не так, как люди обычно, типа, на Ютубе говорят, что «Ой, я не бьюти-блогер, я не умею совсем краситься», и потом рисуют что-то супер-крутое, потому что они, obviously, умеют краситься, потому что они красятся постоянно. Нет! Я не умею. Я, правда, не умею, потому что я не крашусь особо. Я даже брови перестала рисовать. Вот. Очень редко я крашусь. И обычно это, типа, может быть, темная помада и брови. И санскрин. Санскрином я пользуюсь. Пользуюсь и санскрином. Начнем с носа. Угу. Мне кажется, что даже если я хорошо это нарисую, точно так же, как на фотке, выглядеть будет не так, потому что у меня здесь на этой фотографии меньше нос. Whatever. Чуть-чуть надо на крылья. Окей, окей. Comparison. И губки. Ладно. Самое сложное это здесь вот. Так, значит, здесь почему-то такая линия. Теперь растушевываем. Опять же. Уверена, что будет выглядеть так, потому что я не могу поменять форму своего лица. Короче, я хочу с одной стороны сказать, что как будто бы получается похоже, но боюсь слишком рано радоваться. Senpai, am I doing this right or not? Как-то на видео как-то более неровно, чем в жизни. Окей. Теперь нужно подвести глаза, и это, мне кажется, испортит абсолютно весь лук. Mark my words. Сейчас все испортится, я уверена, потому что мне вообще не идет подводить глаза. Абсолютно. Я просто... Видимо, идет только когда эти глаза сфотошоплены. Тут эта стрелка начинается. Вот так. Вот. Ладно.
Хочется приблизить побольше, чтобы видно было. I can't believe it. I am doing it. Так, теперь нужно нарисовать вторую. Хоть я не умею краситься, но я знаю, что нужно рисовать стрелки с открытым глазом. Лучше у меня вряд ли получится. Ой, что у нас получилось so far? О май гад, выглядит реально похоже. Нужно, чтобы больше оттенка от этого было. Как-то сложно сделать их не яркими, но чтобы вот растушеванная была граница. У меня опять герпес! Осталось веснушки, и все. I feel like выглядит как черные точки, а не как веснушки, но... О, камера разряжена. Супер, супер. Действуем в 30 раз быстрее. А? Ну так, супер. Видно? Камера разрядилась. Доделываю это видео на телефоне. Телефон, не подведи меня. А, пластырь. Найден был вот такой. Вот Паша мне подарил треногу для айфона. Где она? Где она? Ступина. Вот, это у меня есть красный с розой. Как будто лучше всего бы смотрелся обычный пластырь, а не какой-то яркий. В итоге я не нашла нормальный пластырь, и меня осенило, что можно найти бумажку и сделать фейковый пластырь. Если бы у меня был обычный пластырь, то я бы, наверное, нарисовала сердечко на нем, либо вырезала бы сердечко с самоклеящейся бумаги и наклеила бы на этот пластырь. Ну, наверное, я бы нарисовала на пластыре. Слишком короткий, да, я знаю, да. Честно скажу, получилось в миллион раз лучше, чем я думала. Да, окей, может быть, не супер круто, но реально лучше, чем я думала. Я... Молодец, я молодец. Позирование. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Фига, какая я профессиональная ютуберка. Подписывайтесь на мой канал. На нем ничего нет про косметику. На нем про феминизм и про мою жизнь, и про путешествия. И, короче, да, подписывайтесь. Спасибо большое всем людям, которые поддерживают меня на Патреоне. Патреон — это сайт, где можно подписаться на меня, чтобы перечислять мне каждый месяц какое-то количество денег. И спонсировать меня в создании этих видео и мой активизм. Вот, по сути, это... Все, что делаю. Нет, еще я читаю лекции про активизм. А, окей, это активизм. Еще я рисую.
Я рисую иллюстрации часто бесплатно. Это тоже я могу делать благодаря людям, которые спонсируют меня на Патреоне. Спасибо, спасибо вам всем огромное. Я очень-очень сильно вам благодарна. Если вы хотите присоединиться к этим суперским людям, то можете перейти по ссылке в описании или по ссылке в конце видео. Я всегда оставляю. Вот. Пока.